Что хотите сказать, что вы мне не верите? Нет, конечно. Если бы эта история имела место быть, то Савчук обратился бы за помощью, и клуб бы ему помог. Слушайте, да, я вам соврала. Я просто не знаю, что делать в такой ситуации. Я очень переживаю, чтобы Ваню не выгнали с работы. Я даже не знаю, что вам посоветую. Ну, сделайте что-нибудь, но я вас очень прошу. Ну что? Ну, я не знаю, ну вы такой опытный человек, вы столько лет в хоккее. Ну, пожалуйста, помогите моему мужу. А я, в свою очередь, с большим удовольствием помогу вам. Интересно, чем вы можете мне помочь? Неужели вы, Валерий Иванович, думаете, что такая красивая молодая женщина ничем не сможет помочь одинокому мужчине? Не понял. Все вы прекрасно понимаете. Я вас очень прошу, помогите. И моя благодарность не будет знать границ. Всего хорошего. Молодежка. Взрослая жизнь. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС.